Ну вот какая погода в Сочи в июле? Вот я приехал 5 июля и застал абсолютно разную погоду. 5 июля были дожди, так пасмурно, море прям заходишь холодное. Ну, гулять было круто. Я на матч приехал 7 июля России. Такая средняя погода была. Сегодня 9-10 июля, жара 40 градусов, почти 35. Ну, по ощущениям, вот такие же ощущения, как я в апреле был в Индии. В общем, не знаю, почему особо все едут отдыхать в июле, такой ажиотаж. По мне, июль самое неудобное время для отдыха, цены очень дорогие, днем очень жарко, например, на экскурсии, я не представляю, как в такую погоду куда-то ехать, какое удовольствие получишь. Или по интересным местам. Я вот из-за футбола приехал, а так, по мне, самое классное время в Сочи, во многих, допустим, похожих европейских странах, Турции, Греции, это сентябрь. Потому что сейчас, ну, действительно очень жарко, и в том числе, ну, а море еще, допустим, не до конца такое теплое. Например, я заходил, реально было холодно первые дни, прям в море еле-еле. 5 июля, но когда вот такая пасмурная погода неделю стояла. А так средняя температура выше 30 градусов. Температура моря, ну, в первой половине июля еще холодновато, допустим, для кого-то. Вот. Ну, где-то 20-20, больше 20 градусов температура моря. Не знаю, если есть возможность, я бы поехал в августе или в сентябре. Но не в июле сюда. Конечно, купаться можно, так же, как и в июне. То есть я купаюсь нормально, вот первый день только так холодновато было. И опять, может быть, в этом году до этого, ну, вот так вот прохладная, долго погода стояла. Днем прям вообще жара-жара, я иду домой по этому кондиционеру. В такую погоду я на пляже не люблю находиться. Даже в теньке жарко.